Вот он, красавец. И желтого цвета такой он светлый. Если ранее мы видели черных сомов, пятнистых, то это вот светлый сом. Такой желтый с белым. Ну, очень маленький сомик. Ну, взял на червя. Бельджиум кэтфиш. Бельджиум кэтфиш. А посмотри, как хвост извивается, извивается хвост. Первый пойманный сомёнок реки Маас будет через несколько секунд отпущен в воду, после чего мы подробно расскажем вам о том, где мы находимся и какая рыбалка нас ожидает. Итак, рыбалка проходит на реке Маас, и я использую различные виды ратлинов, либо цикад, либо вибратонов. Меняю вибратон, и все-таки я хочу спросить Филиппа, как он думает, какая модель и вибратонов лучше. Филипп. Филипп, что ты думаешь об этих моделях? Какая из них лучше? Ты увидел несколько разновидностей вибратонов. Вот, например, небольшая модель из каучука, поэтому она такая гибкая. Но главным ее преимуществом является то, что ее можно ароматизировать, пропитав запахом сардин или феромонов. И это работает. И это очень хорошо работает. Следующая модель намного больше и тяжелее предыдущей, но при этом она такая же гибкая. Это позволяет ей создавать вибрации в воде, и сом ее атакует. Вот еще одна модель вибратона, на которую очень хорошо ловятся сомы. Я предпочитаю ловить именно на эту модель. Чтобы ловить на реке Маас, где течение очень медленное, нужно постоянно пользоваться электромотором, чтобы сплавляться по реке. Вот почему веса у моделей, которые я здесь использую, находятся в пределах от 30 до 50 грамм. А вот на таких реках, как Рона или По, веса вибратонов достигают 150 грамм. По технике ловли. В момент, когда приманка останавливается у дна, сом ее атакует. Вы работаете с очень большой амплитудой, после чего вы опускаете приманку, и при этом она создает вибрации в воде. Что касается меня, то я предпочитаю жесткие вибратоны из свинца или другого металла, оснащенные крючками, как на этой модели. Это модель, которая также вызывает сильные колебания в воде, но она требует очень размашистой игры для того, чтобы она создавала такие вибрации. К тому же она сделана из пластика. Когда она опускается, она делает это очень-очень медленно, в отличие от вибратона из свинца, который моментально падает на дно. И это для меня гораздо лучше. Это тоже очень хорошая американская приманка. Но она предназначена для спиннинговой ловли, а не для вертикального блеснения. Спиннинговая проводка заставляет приманку делать такие движения. К тому же хвост у нее тоже создает вибрации в воде. У меня есть еще одна более гибкая приманка, которую мы также используем при ловле на спиннинг. Это кастинговая ловля с забросом и проводкой приманки. И когда мы ее возвращаем, она идет в воде в одном горизонте, делая легкие покачивания. Но для вертикальной ловли вот лучшая приманка. Окей. Ну,
Я думаю, что вы все поняли, что из всех моделей Филипп предпочитает вот эту модель вибротона. Причем она вот в условиях реки Маас она примерно должна быть граммов 50, не более. При более сильном течении, при больших глубинах мы можем применять более тяжелые вибротоны. Ну хорошо, мнение эксперта для меня очень важно, поэтому я поставлю этот вибротон и буду на него сейчас пробовать ловить. Тем более, что я и собирался попробовать все вибротоны. В энциклопедии французской рыбалки есть раздел, посвященный ловле сомов, который, в свою очередь, делится на три основные направления. Береговая ловля с применением поплавка, буя или разрывной лески, ловля в заброс или вертикальное блеснение, а также ловля на живца или мертвую рыбку. Искусственные приманки, так популярные в Европе, можно разделить на три группы. К первой относятся колеблющиеся или вращающиеся блесна, вибротоны, радлины. Рыболов анимирует их, и за счет активной игры и непродолжительных пауз атака сама происходит у дна или в термоклине, где прогретая вода поверхностных слоев встречается с придонными холодными слоями. Вторую группу приманок составляют многочисленные и разнообразные модели воблеров с различными заглублениями и характеристиками. И, наконец, к третьей группе мы должны отнести мягкие приманки, главным преимуществом которых является ароматика, позволяющая воздействовать на обонятельные рецепторы сомов для побуждения этих хищников к атаке. Как раз сейчас Филипп собрал именно такой монтаж с каучуковым вибротоном и собирается продемонстрировать Вадиму его отличительные особенности. О! Мощнейший запах сардин. Вы знаете, напоминает шпроты. И вот этот вот вибротон, вот этот вот ратлин, он имеет такое блестящее тело с блестками и плюс очень мощный, сильный запах сардин. Вот это, в принципе, все должно привлекать сама. И это вот как бы один из таких вот ноу-хау современной самови, да и не только самови рыбалки. Опа! Вадим, мы будем рыбачить в этом секторе. И ты можешь заметить, если обернешься, что мы поднялись выше по течению от города Уи примерно на 2 километра. И вот за этим поворотом, вдоль всего противоположного берега, сом может найти очень много корма естественного происхождения. Le bord qui est ici, il y a de la nourriture naturelle qui arrive. Et toute cette nourriture naturelle attire le petit poisson. В основном это стаи малька, которые привлекают сама, и он приплывает сюда на охоту. Donc ici à peu près sur 500 mètres. Сплавляясь на протяжении 500 метров вдоль бетонных береговых стен, мы часто ловим здесь небольших самят, но иногда нам попадаются и очень приличные экземпляры. Мы пройдем вдоль всего перспективного участка на электромоторе, сплавляясь на отрезке длиной 200-300 метров, и мы постараемся поймать здесь рыбу сама.